Всем привет, дорогие друзья, зовут меня Евгений. Давно не снимал ролики. Сегодня хочу потренировать себя с весом дополнительным. Отжиматься буду. Смотрите, это протеиновая баночка, которую я использовал уже. Здесь килограмм 15-16. Состав камни, песок. Вот. Еще плюс по килограмму добавлю. 2 килограмма еще. Того где-то будет, 17 или 18 точно где-то. Плюс и рюкзак. Так, я хотел бы брать сторонку немножко, хотя бы чуть-чуть поразминаться, разогреться, как говорится, все-таки с весом лучше разогреться, чтобы не было травм. Ну, тренировка, увидите все в процессе, как говорится, смотрите до конца, поймите суть тренировки. Для чего я это хочу сделать тренировочку? Ну, потому что с дополнительным весом ты улучшаешь прогресс в своем объеме многоповторности. То есть мышцы будут укрепляться в любом случае. Погнали! Разогреваемся. Отжимаемся тоже. Легкий ног. Чисто раз в 10 можно отжаться, я думаю. Не думай, что я упал. Да. Хера себе, 17 раз. Никогда не делал с весами дополнительно. Для начала нормально, я думаю. 17 плюс 3. Не так уж, конечно, много. Ну что, проверяем так, без своим весом. Thank you.
Прям мышцы забиваются, прям жестко. Короче, так, встанем планкой. Фу, плечики прям забились. Слушай, ну прям в пот мне все это взяло. Две минуты тренировки ты... Убиваешь себя, если честно. Ох, прям плечи болят. Ох, ни хера себе. Интересная тренировка. Ну что, будем делать каждый день, улучшать себя в этом плане. Хорошая штука. Даже с вами весом уже сложно много сделать, прям забито все. Еще раз. Для начала это нормально. Но уже болят плечи. Ух, вот такая короткая тренировочка, ребята. Делай каждый день. А я думаю, ты будешь прогрессировать. Мне уже хочется больше делать, потому что я понимаю, я сейчас делаю очень мало. А увеличивать с каждым разом, с каждым днем. Надеюсь, на второй день попробовать, как это все работает. Завтра я себя проверю. Надеюсь, больше сделать. Вот. Сейчас собираюсь я в баньку. Попариться. Давно не парился. Фух. Надо как-то кости свои разогреть. Сухожилия, мышцы. Да, вообще очистку сделать. Благодаря бане. Подписывайся, ставьте лайки, пишем комментарии, друзья, делимся видеороликом. И будь активным в жизни. Вообще спорт нужен каждому человеку. Даже в домашних условиях. 1% тренировочки каждый день делаешь. У тебя вот уже в любом случае прогресс. Ты будешь себя чувствовать по-другому. И уверенность будет в тебе, и сила, и бодрость, и здоровье будет. Все у тебя будет в одном комплексе, как сказать. Занимайся спортом, друг. Пока. Да пребудет с нами сила. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч. Пау!